По данным исследования РИА-рейтинг, госдолг республики вырос примерно на 6 миллиардов рублей за полгода. Сегодня он составляет более 43 миллиардов рублей. Однако, как прокомментировали в Министерстве финансов республики, эта сумма запланированы привлечение кредитных средств. Такой темп просто объясняют тем, что основная нагрузка приходится на первое полугодие, так как ближе к концу года возрастает вероятность изменений в экономике и ужесточения условий кредитования. Общий размер госдолга на данный момент составляет 37,5% от собственного дохода республики. Такой показатель, согласно данным международных рейтинговых агентств, определяет экономическое состояние региона как хорошее. Мы привлекли достаточно объемные бюджетные кредиты из Минфина России. Это 6 700 000 000 рублей, которые предоставляются на 3 года под льготную ставку 0,1 годовых. То есть в первом полугодии мы привлекли вот такой займ для того, чтобы рефинансировать предыдущий долг и часть направили на погашение, на финансирование дефицита бюджета. В результате привлечения вот этих бюджетных кредитов мы уже сэкономили 380 миллионов рублей на обслуживание банковских кредитов. То есть мы уменьшили объем за счет этого привлечения банковских кредитов. Это называется операция замещения привлечения банковских кредитов.